Я могу на ДК потанчить, кстати. Хочешь, заходи. Тыкайте, ребят, активнее. Быстрее прессованим, быстрее убьем. Да чё, никому не надо, то заберу. Если люди АФК пустят, то не с ума напрямую, да? Фростгон, я тебе плюську поставил. Чипсы, зеро, вот это. Чё с Мидексом? Зерон чё? Он написал, что улетает. Зерон это кто? Это Байер. На первого босса? На первого босса и с Марагрима ему больше не нужно. Да, так, Мидекс, ты где у нас? Мидекс писал, что он там лагает очень сильно, и он не поедет. Меняйте его. Вадима, да, вред? Да. Короче, япончик распылишь и кристалл мне дашь. А еще что тебе дать? Еще сверху 100 голды. Нихуя себе запрос. Вот два паладина, два танка. Так, рыбу ставлю. Позади рейда. Вроде все тут. Сову пока прыгну. Так, по хилам, те, которые в пятой группе, в совете я спрятал сдался. Я пока не в рейде, да? Конечно. Надо. Кто послакать хочет там? Я. Кто? Фарада. Пойдут опять делать. Фарада можешь на Кирса заменить, на маг. А там Фростняша. Ну кто еще? Бутапеш, тебе надо что-то тут? Да. Сколько там у тебя Фарада кусков? 2-4? Не услышал. Бутапеш, ничего не надо? Нет. Че он сказал, да или нет? Нет, нет. Вместо тебя Кирса беру. Вот, все вот так вот. Кирс, мы видим, что ты работаешь, нам магнит. Один вот этот не писал тебе 280. Это что, да, вага? Ты тут? Тык на сумон ДК и Кирса. Фарда портанулся там. Тогда какой-нибудь этот из паладинов может в ретрика. ДК танк появился. Вадим, давай в ретрика. Эпигастри это танчите. А в чем ДК танк охуенный? Рыбачьте.
Кто у нас там топ дэмэдж? Гилрей? Окей. Что на боссе сейчас будет? ДК на боссе. Спорт. Кинь ханту на стереве просят. Окей. Правда, не очень уважительно это делают. Он далеко. Нормально мне откинул. Нарси, овец и врогу. Это мят 5 секунд. Беги, малышка, беги! Ууу, вагоны. Это точно ГП. Так, писяло в один по один, да? Я накину. С времени, чтобы отойти от этой хрени, очень много. Кого мы тянем? Стражи. Не тянуть кого-то? Или, по-моему, на Микадзе, да? Заслужил там. Еще соточку. Энге, подними мгновенную. Че трэш, блядь, вертится? Там мгновенно что, хилом сорвал или под мобами побегал? Бомбами подвигал, да? Круто, врагов. Я бью скин, у меня, блядь, не врагов. Я один такой, не могу всех вытащить. Вопрос, как я его сбрил. Этот. Эпигастрий. Лицом в звезду могу встать. В звезде будут кливы. Надеюсь, так понятно будет. Вот, ребят. Кто там еще не успевает? Альта, что? Какая проблема? Сейчас он нырнет. Три моба стражи. Щемимся.
танках и звезду ставил. Поднимайте людей, идите чистить, хорошо. По левой трубе только поднимайте. Не смогли заработать 30 тысяч. А чем хотел? Серегу? Нет, запа он хотел. Ну, моб идет. Ну еще вагон времени, чтобы до Мрагрима дойти и убить его. Смотря как совет будет. То у нас танков вроде хватает. Чё, Павел, ломись. Причём тут танков хватается, просто фиксы. Что, у вас нормальные хилы? Более чем. Япончик шестым спекнется в ДЦ, и все будет в порядке. Дамажит, да. Я не знаю, как Гуайра дамажит, но он заходит на Люркера и на Мрагрима. Других боссов он нам не нужен. Не, я про это и хочу узнать. До конца пойдет. Ну, что-то дает. Маловато, конечно, но дает. 277-й. Я ж мог не смотрел, но левел пачку слить, моб идет. Один танк сюда моба вот. Он в текстурах все равно потом придет. Смотрите, какой моб там. Сейчас Сняш, что там делаешь? Хил какой-то, спуститесь вниз. Это плохой. Плохой. Это быстро раньше наберите. И моба дамажить, идите. Давай получим.
освободили платформу, много места. Подхильте. Я... Тебя не было в Хилботе. Слушай, в принципе, на совет у нас вообще все хорошо. Конечно, два холипала. Конечно, хорошо. Если мы его с первого плана закроем, будет нонсенс. Гидрос убивается у нас предпоследним, а потом мы идем на Вайш. Всегда убиваем рыбу, потом принца, потом совет, Гидроса, ой, Гидрос, Марагрима, Гидрос и Вайш. У нас такая очередность. Можно и Гидроса убить, всем что-то будет покупать, не важно. Ой, идет. Вот зря заграем. Уж нормально. Чё это с чем? Чё знаю. Это да, это скорее всего паразит. Ты ему говоришь, япончик, он чё в дискорде что? Нет, у меня соль 4 нашла. Хант, который вилки не прожимает, или ну что же. Что ж ты так хантов не видишь? Там всех не любят. Причем тут хант, причем тут хант, его класс, причем. Это странно иметь 279 левел, да, и в контроле нажимать вилки и убивать людей. Но Браска так-то прав. Достаточно на хантисте. Что луки вообще не нужны. Может кидать капканы, наверное, еще какую-нибудь дичь. Если ты, блядь, не нажимаешь вилки, тебя не законтролят. Логично, да? Ой, знаю наших миликов, которые очень любят убивать контроля. Это дополнительная страховка. Если тебя убили, ГП не тебе, не твоя вопроса. Так твоя разница чувствуешь? Чисто на других спихнуть. Ловушка не убивает. Она максимум контроля. Быстрее подходим, да? Он может с руки тебе ударить, да? Ты не забывай то, что на келе в контроле я кому-то тогда 30к с кулака ударил, молодец. А если он тебе с пушки ударом ударит, который там замедляет или еще что-нибудь, у тебя шокит. С какой нахер пушки, если двуручного обе пушки на ханте? Обе пушки снимаются на ханте. Обе? Держу в курсе.
Если ты, Василий, не снимаешь эти пушки, то ты сам блок. Я не играю в фонтан. Мага, залейте быстрее. Хороший класс. И я не снимаю. Я вообще пушку не снимаю, понимаешь? Бля, Враска, заебал, диспел дайте. Сказать прям не даете. Чем говорить, у них не отображается, что ли? Там вот черт будет поставить. Вон маг идет, на нем нет меточки. Может он 3К с пушкой бичкан с милишной. Еще один маг идет. Можете каких-нибудь по одному паку? А зачем во второй сагу? Я не знаю, в один ползин. Хорошо, фильтр сейчас дубовую кожу давайте. Быстрее черепочек залейте. Ставь метку. А Ханзу надо было выбивать, пока не фиксили пак. Там можно было 3 штуки сразу призвать, или 5, или 5 рейда. Да нету там таких цифр, я говорю, я хилом по хилу ударил 20к с кулака на келли. Как можно, блядь, ударить на 9к с палки? Какую метку? С ДЦ, по-моему, это было. Пушки ваншот. Еще не махнул. Может, топ крит был, я как бы не знаю, я сразу за контроль. Мой больше не бил. Ой, посмотри, кто у нас там на замене слаг. Давай их. Кому-то замену тебе надо? Что ФК и вот остальные вофнутые цени на ДК. Да я сейчас просто стрим втыкаю. На совет точно кого-то надо взять. Парада, где? Где на пинке? Не, ну смотри, парада он. Ой, парада. Кирс точно зайдет. На совет. Я думаю, мы ему там сильно поперек горло не встанем. Yeah.
там работы занят. Ну вон он пишет в чат, смотри. Там сильно далеко трэш не надо тащить. Да близко. Я уже притащил. Там привели еще трэш. Тут чисто. Таркиса сейчас поднимите. Что вы там, а не от Эдоса?